ты просто я вправо убегал, ты влево. Погостник, уже Малевина сегодня уже занят, насколько они готовы и стоит ли кого-то ждать сегодня на поле? Ну, они после длительного отсутствия уже в общей группе тренировались с командой, они сегодня в заявке, естественно, готовы в случае необходимости выйти по ходу матча и принять принципе.
Барлина 2 минуты. На самом деле там просто защитник стоял, тяжело было передачу дать. Думал, попробую дать, вдруг забью. Принял такое решение, так что взял ответственность на себя. Итак, Дима, зеленый одень, Дима, зеленый одень. Итак. Матча всегда опасно пропускать, потому что у команды соперника появляются дополнительные силы, и они, как видели сегодня, бегут вперед. И получилось то, что получилось. Нелепый пенальти, который сломал победу нашу. Еще не подойдет, я вот так сделаю.